В преддверии Нового года старейший книжный магазин города «Брянск-Книга» запустил сразу две акции. Покупатели могут получить приятный бонус или сделать пожертвование. В преддверии Нового года наш магазин запускает акцию «Елка подарков». Каждый наш покупатель, совершая обычную, чисто символическую покупку, может получить приятный новогодний подарок от нашего магазина. Подарки разнообразные, мы специально не говорим, какие, то есть сюрпризы ждут гостей вот в таких замечательных новогодних игрушках. И каждый гость может снять любую игрушку, открыть, вытащить сверток с подарком, и, я думаю, будет приятно удивлен. И уйдет от нас с улыбкой и отличным новогодним настроением. С 21 декабря также запускается благотворительная акция. Каждый покупатель может почувствовать себя Дедом Морозом и сделать подарок детям из Дубровского комплексного центра социального обслуживания. Для этого нужно совершить любую покупку и положить ее в специальную коробку под елкой. Это здорово, и я надеюсь, что отклик у этой акции будет очень большой, потому что все посетители нашего магазина – это люди добрые, которые любят, ценят не только себя, но Новый год и всех окружающих. Обе акции будут идти до 27 декабря. Подарки детям будут отправлены под Новый год. Дмитрий Газин, Игорь Винничук, события, Брянск.